Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, участники программы «Активное долголетие. Любящее рукоделие» приходят на занятия клуба «Лоскутик» в Центр соцобслуживания «Вера». На данный момент в Центре «Вера» функционируют 7 творческих кружков. Этот клуб организован на платформе Центра «Вера» серебряным волонтером Пешковой Анной Павловной. Она возглавила этот клуб, собрала вокруг себя людей. Ниткография, тимари, плетение салфеток на рамке – здесь осваивают эти и многие другие виды декоративно-прикладного творчества. Здесь можно было встретить единомышленников, людей, которые близки тебе по духу. Это очень приятно, конечно. И, в общем-то, что-то научиться делать руками. Замечательная идея. Очень приятно, что люди в возрасте могут снова почувствовать в своей среде себя, среди своих ровесников. Это простой ниточкой вышивается на бумаге. Вот. И еще мне осталось уголочки вот сделать, оформить как бы рамочку, и можно вставлять под стекло. Участники клуба уверяют, их занятия – настоящее сотворчество, где поучиться можно не только у педагога, но и у соседей по столу. А тем временем в Видномском доме культуры пенсионеры осваивают народные промыслы. Эта неделя посвящена хохломе. Идет цикл лекций. Сначала мы прошли дымку. Ну, то есть от более простого идем к более сложному. Дальше пойдет у нас городец, жостов. Занятия построены по принципу «от простого к сложному». Сначала работают с рисунком на плоскости, затем приступают к росписи объемных вещей. Лидия Митрофановна Акимова пришла на занятия в первый раз и сразу поняла, именно такого творчества не хватало в ее жизни. Мне очень нравится, я буду ходить обязательно. Занятия клубов «Лоскутик» и «Народные промыслы» проходят по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов. Записаться можно в Центре социального обслуживания «Вера» или в клубе «Активное долголетие» в районном доме культуры. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.